двери от чего? Автобус, Лиаз, Икарус. Чего же? А вы как-то связаны с автобусами, да, или по профессии? Вот человек жил, работал на, в автопарке, на автобусах, и там их полно было сломанных, списанных, забрал двери со сломанных. А вы сосед его, да? Или а как? Я его сосед. А, понятно. А сейчас этот человек здесь? Он сейчас где? Он здесь не живет, и ему они не нужны. Ага, понятно. А что это было? Это что такое? Это вы говорите? Душ, ну что, кабинка душ? Душевая. Стоял в одном месте, перенесли в другое место на солнышко. Сверху бак, трубой, экран и все. Ну где-то он открывался, как двери, да? А так они как стенкой сделаны, да? Ну, конечно, связаны между собой, и стоит стенка. А как этот человек зовут, который сделал? Да нет его здесь. Ну, его? А зовут его как? Ну, Александр, да. Вот и все. Взял за шубу, помыл и ушел. А здесь вот этой трубы-то нету или как? Ну, так положить и сам, и с краном. То есть это как летний душ, да? Ну конечно, какой же. Только летом. То есть шланг тянется из дома, да, и кладется. Вот оно, рядом, все на месте. Вода есть. А, да, да. Да, да, да. Купайся. А когда он это сделал? В каком году примерно? Не скажете? Это не могу сказать точно, когда он их, они еще лежали, только потом встали. А работал он очень давно в автопарке. Привез давно, а потом наконец-то додумался, лет 5 назад, наверное. Ну, это, по-моему, от Икаруса двери, да? Икарус. Я сначала подумал, что это туалет. Нет, 4 года. Значит, лет 6 назад поставил. 2 года попользовался и уехал. Не стал здесь, в другом месте дачи. Приобрел. Это осталось. Этого человека Александр. Александр Сергеевич. Он еще жив? Ну конечно, молодой еще. Еще не на пенсии. Ну, скоро будут на пенсии. Ну, взял-то, поставил их, соединил уголком насквозь, прицепил, все, они стоят. Никуда не деваются. Тяжелые, крепкие, встали и стоят, все. А он там просто на болтах они, да? Ну, конечно, просверлил бы и на уголок. Это вот эти, да. Вот, да, вот я так смотрю, вот эти? Ну, вот эти, все, что нашлось под рукой. Даже под размер ничего, а вон торчат лишних сколько. Просто что было, то и поставил. На уголок. Уголок зацепил, а это дверь прицепил сюда. Согнул из железа и опять прицепил, а здесь, чтобы она тоже открывалась. То есть, только если есть конструкция, то сделать никаких проблем. Она сама себя держит. Ну да, я просто нигде таких не видел души. Ну а почему? Ну из двери, можно двери он на помойке из квартир выбрасывает, из них собрал. То же самое, готовые стены, 80 на 2 метра. Наставил двери, сцепил их, уголком связал, и все в порядке. Никаких конструкций не делать. Крыш тут нет никаких, да? Ну зачем на крыше-то нет? Ну, да. Просто там перекладины и там шланг, да? Ну, две перекладины, и на ней бочка стоит, бак пластмассовый. Вот все нагрелось, и труба с краном открыл, повелась, закрыл, все кончилось. А водопровод у вас тут есть? Или как? Много же, ну, вот торчит труба из земли-то. Вот основной... Ну, только холодная вода, да? Ну, холодную, конечно. Горячий еще пока в деревне, но не делаем. Ладно, тут холодную дают. Провели, поскольку... Под Москвой был поселок еще древний, и Москва стала тоже водопровод. Есть еще сеть. Пока не отключили, да? Ну, пока не отключили, конечно. Но она общая сеть, так что и дома, и сюда, какая разница, она вся закольцована. Нет, ну я имею в виду, что вот эта вот проблема, которая у вас тут вот с московскими властями, что... Проблемы есть, проблемы. Возьмут, отрежут, нет?
Да нет, водопровод и отрезается.